Друзья, всем привет! С вами канал Просто Кухня. Спасибо большое, что вы нас смотрите. Сегодня готовлю фаршированные баклажаны. Это такое яркое, летнее, очень сочное блюдо. Для этого нам с вами понадобится 3-4 баклажана среднего размера. Берем скалку теперь и начинаем их раскатывать. Да, смешно звучит, но тем не менее так и есть. Раскатываем как тесто. При этом переворачиваем периодически сбоку на бок баклажан и продолжаем его раскатывать. Делаем это твердой, уверенной рукой, но без очень сильного нажима, чтобы сам баклажан нигде не треснул, не лопнул, чтобы остался целым. Наша задача добиться, чтобы они стали вот такими мягкими, как тряпочка. То есть они такие пустые внутри получаются. Откладываем их пока в сторону, сами занимаемся начинкой. Для начинки я взяла 450 грамм фарша, мясо может быть абсолютно любым. Одну большую луковицу, порезанную кубиком. Один болгарский перец тоже порезан кубиком. Добавляем немного зелени, у меня здесь укроп и петрушка. Часть зелени оставляем для заливки. Добавляем соль по вкусу. Черный молотый перец тоже по вкусу. И обязательно я еще добавляю базилик. У меня базилик мамин сушеный. Потрясающе подходит к любым мясным блюдам. Пару столовых ложек растительного масла. И все хорошо вымешиваем. Все, начинка будет готова. Возвращаемся теперь к нашим раскатанным баклажанам. Берем острый нож и вдоль по одному краю делаем такой надрез. И получается у нас, вот как видите, такой карман. И теперь эти карманы заполняем начинкой, не жалея. Все, нафаршировали баклажаны. Кладем их пока в сторону, а сами займемся заливкой. Для заливки я беру один большой помидор, режу его на несколько частей, очищаю от плодоножки и на мелкой терке его натираю, чтобы так шкурка только осталась. Она нам не нужна. Потом добавляю пару столовых ложек томатной пасты, пару столовых ложек растительного масла, соль по вкусу, черный молотый перец по вкусу, по желанию. 2-3 зубчика чеснока, пропущенного через пресс, и оставшуюся зелень. Воды добавляем 200-250 миллилитров. Все хорошо перемешиваем, и заливка готова. Теперь я взяла форму для запекания. Выливаю часть заливки, так чтобы дно закрылось, и выкладываю в форму на фаршированные баклажаны. Это блюдо можно готовить не только в духовке, но и на плите. На плите это даже быстрее получается, минут 40 уходит. То есть берете большую сковородку, туда все укладываете, тушите под закрытой крышкой буквально минут 40. Но у меня не влезло на сковородку, поэтому буду делать это в духовке. И теперь поливаю баклажаны сверху заливкой. Если будете делать, как я, в духовке, то надо такую из фольги крышечку соорудить. И ставим это все в духовку, разогретую до 180 градусов, где-то на 1 час. Ну, плюс-минус 10 минут в зависимости от духовок. И все. Через час вот такое блюдо достаем. Очень красивое, очень сочное, яркое и ароматное. Друзья, если вам рецепт понравился, поставьте лайк, поделитесь им с друзьями, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал и присоединяйтесь к нам в Яндекс.Дзене. А я, как всегда, желаю вам здоровья и удачи. Пока-пока!